Он считал. Бог не дурак, любит пятак. Ну понятно, сидят трое, один другому что-то объясняет, второй кивает, третий поднимает лицо из миски с салатом, спрашивает регулярно кому-кому, чего-чего, да? Угу. Стрельба из лука, это брат, такая штука. Из-за хохуля тебе, из-за корюка. И как считает наша славная наука, нам нету равных в ней от Кант до Бузулука. Уверен, Запад, мы ленивы и затасканы, но пусть трепещет в нас, бушует кровь татарская. Недаром ж 300 лет они баши бузуки, Россию гнули, как свои туги луки. Кто-кто? Татары, татары, там таратира, татары, татары. Там таратира, татары, татары, там таратирам, тарам. С тех пор прошло немало лет в кровосмешениях, но нам никак не промахнуться по мишеням. Ведь даже горький наш писатель пролетарский твердил, что мать мы произносим по-татарски. О, это слово, эти гневные три звука дают нам силы, чтоб вовсю стрелять из лука. Оно поило Русь века своим нектаром, а ежели так, то ты спасибо всем татарам. Кому-кому? Да татарам, татарам. Там таратира, та-та-тарам, та-тарам. Там таратира, та-та-тарам, та-тарам. Там таратирам, та-тарам. Так я о чем? Ах, да, вот ты идешь затарин, глаз щуришь, а я же вижу свой татарин. Не иностранец, не какой-нибудь епошка, а свой российский, а татарины немножко. А то, что глаз прикрыт, так это ж не докука. Так просто людям легче целиться из лука. Узнаем мы друг друга и за Гибралтаром, по этой явной принадлежности к татарам. Кому-кому? Да к татарам, татарам. Там таратира, та-та-тарам, та-тарам. Там таратира, та-та-тарам, та-тарам. Там таратирам, та-тарам. Учтите, хаты, с этой тягой питьевою гораздо легче нам справляться с тетевою. Прошли мы с нею и сквозь войны, и мытарства, и ни за что не отречемся от татарства. Пусть говорят, что между Польшей и Китаем мы, как сизифы, экономику катаем. Дадим буржуям посмеяться всем за даром, они ж не знают все до Финина. Татарам, татарам, там таратира, та-та-тарам, татарам. И Тарантино был татарин, татарин, там таратирам, тарарам.